Сибирского и Приволжских федеральных округов. Гребенщиков Ильяс. Борцов красной куртки замечательно. Правша, да, Максим, смотри, синий. 1 балл в основной клубке. 15. Где лента, где занят? Лента где занята? Красная. И заберем сейчас. Мы обратно туда. Вы не можете. У меня есть 8. У кого он должен падать хорошо? Не, он на левую дает, плечо забрать. И вот подсечка идет. Влево, да? Если бы Геги был бы. Не, право, направо удобно был, боковой переворот. Он правша, видишь? На влево, то, что ты делаешь, слышишь? 2 балла. Красного тоже запоминай. Сибиряк может встретить тебе. Нет, сейчас-то нет. Он в спартакиаде. 6-6. Красная левша, менее удобно, слышишь? Арбитр на голове Сергей Тушенко, боевой посетитель Сантегория, боковой судья Кузьминов, Мутов, Лап, город Уральск, Казахстан, Санкт-Петербург. Победил Чернаков. Да, через гол с упором удобно бросать, так все же, обратим внимание, да? Да. Представители, будьте на подготовке своих участников, в соответствии с правилами. Одному участнику направления. Красно делает плечо влево и зацеп влево изнутри. Пока больше что не делал. Да. Справа. Теперь тоже влево, правой рукой занул. Красной кубки замечаем. И на ковер Б готовятся команды Уральского федерального округа и Северо-Западного федерального округа. Борцов красной корки по предупреждению за уклонение на борьбе 1 балл борцов синей корки. Время стоишь.
Лизу позови. Попал, победил Гребенщиков. Сибирский профессиональный номер. Вес 63 килограмма, Сибирь, привоз федерального округа. Движение без оценки. Ребята, красные рядки, синие положены. Продать они могут попасть, просто на всякий случай. Это там? Я записываю, потом 63 килограмма. Красный сибиряк, синий куртки, привозку. Голове кладут. Левой рукой за ногу, правой выдрет плечо синий, левой рукой за ногу, боковой дает плечо. В основном за ногу хватает, три раза сейчас протокол. Не понять. Синий дошел, красный подхвачен. Красный лишь правша. Бабок, бабок. Один балл по центру на секунду. Мельница с ближней ногой. Четыре балла, видишь, поднял мельница. Тянет на Спартак. Ноги подставлять нельзя. Если он внизу, то сверху может поднять на мельницу. Сюда стоит, контролируем. Налево, налево, с ним друга борьба. Условно говоря, все что угодно. Допустим, если Челяевский, получится там направо. Точно докрутил красный. Синий партер не борется, если вторая ситуация, не держание. Перекрыть, и он ногой не полезет. Между командами Мурманский, который для построения
для проведения итогов встречи. И на ковер готовится команда «Ура» и «Северо-За». Будьте добры, приходите в встречу участников. Пожалуйста, выходу на ковер. На ковер команды выходят или все в борцов и в куртках соответствующего цвета, или в спортивных костюмах своей команды. Проход две ноги. Время. Кто же работает? Помнишь? 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 Настраивайся на брец. Победил синий. 5-1. Замечательно.
1-1. 1 балл партнеру Красникову. Считать удержание. Один-один. 10-3, 2 балла, не помню, держались по спортсмену. На конвенции Абалов победил Габриэль. На ковер приглашается 68 килограмм. Мерзляков, Березовчук. Вот это право-лево, она же верхняя. Вот придерживается, она свободна. За это придерживается. И потом Вигин будет тоже интересно, да? Придерживается, снизу посмотрите. Победил Мамедов. Северо-западный федеральный округ. Счет команды встречи 6-5. Вес плюс 78 килограмм. Красной куртки Сафонович Сергей, синий Каминов Дмитрий. Бабалов победил спортсмен в синей куртке Березовчук. На ковер приглашается из-за категории 73 килограмм Муравицкий Яцук. Ковалевский Вик готовится. После окончания этой встречи команды Сикуренского и Северо-Западного федерального округа 4 балла на красной куртке. Готовится последний для подведения итогов. И на ковер приготовятся команды Тула Минск. Второй ковер Тула Минск. Представители построить команды. Не спеши, подготовь. Замечание спортсменов Красной Куртки за последние годы. Смена бригады. 4 балла с нами. Синей куртки машинистов. Центральный федеральный округ. Каракетов, Токарев готовится. Право, держи, право, право, держи.
Без захвата как ты будешь бороться? Вот и до конца, да прибавляйте! Время встречи. Все нормально. И большое преимущество победил спортсмен Никут Ильцук. Захват выигрывай, без захвата не борись. На ковер приглашается весовой категории 78 кг Ковалевский Ильин. И готовится тяжелой весовой категории Пархарчук Полунин. Приветствую. Юра, бери захват, Юра. Арбитр Стерлин. Без остановки же движение шло. Чего не оценили-то? И боковой судья для республиканской категории Касьянов. Левой рукой не сторонник. Кстати, подхватите на него. Да. Бери правой рукой. Подняй правой. Юра, ты проигрываешь. Считать время полевого. Балл спортсмена Сурикова. 10 секунд. Успел на 50.
кто специально? Два балла спортсмену красной куртки за заслуженный. Лобанов победил Олега. Сейчас будет ругаться на этот. Кира, давай. Пошел, так и все. 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 Пошел, так и все.
идет, Дима! Я не успел повернуть. Отвижу и перекрутим по 4 раза. Что сделал? Камера не успевает вернуть. Нет, камера успевает. Оператор не успевает. Я не могу, я хочу и там смотреть, а здесь мне неудобно. Я не могу. Пытаешься туда и сюда. Ну как вы сюда? Садишь столковый, блин.
Женщина. Да, Андрей Анатольевич, нет? Женщина обещает. Надо было женщину попросить. На все. Одну на все. Общий счет 6-5 в пользу команды города Минска. Ну, блин, ну. И приготовится команда посмотрите. Совершенно. Да нет, неправильно. Они ошиблись. Тулики, тулики красные. Сергей Николаевич, тулики красные. 6-5 в пользу красных. Оценку дай, судья. 6-6 поднял. Вот на этом друзья, да? Ну вот эта штука, палочка, да? Какой счет? Кого у нас? Ну да. 7-2. Нет, в смысле. А, 1-2. Yeah.
Защита на медали. 4 балла за полную медаль по всему разуму. Поступление является первое предупреждение.
Подсечка похожа. Он тоже неплохо. Я знаю точно, это больно. Точно это больно. О, у тебя было высоко. Вот тоже. За то, что я снимаю. Не слышу. Я за дорогу забираю до конца. Вот так. Ром, ужасный дорог, понимаешь? Ужасно, ты, Паш, идешь. На втором ковре. Твое движение и стать. По очкамским преимуществом победу одержал Дмитрий Грачев. Центрального федерального. Счет 8-3. Пользу команды. Понимаешь, он полетел. Я ты раз на жопу, раз на шлепку. Приглашается Сапрамович Сергей. Уральский федеральный округ. Валов Сергей. Замечание по субтитрам Сапрамович. Поезд справа, бери правый рукой. Поезд, смотри. Правый рукой, поезд. Вань, первый номер. Вань, поезд, смотри, правый рукой. Ребята, настройте, сейчас тут действие будет. Вообще, жирнее, чем сейчас тут есть. Вот, все, останавливай. Такие же вообще нужно. Вернись. Дали шанс, вас сейчас лучше использовать. На каждом. Продергивай. Делай еще боковой переворот.
Мендиви обыкновенно. Все, давай, давай. Денис, комментируй, знаешь что, оценки. А, ну все, она пишет, да? Звук. Да, звук пишет. Угу. Или с того угла, чтобы табло видно было. Да не, нормально. Вот смотри. Ладно, посмотрите, оттак его, сюда его. Молодец. Молодец. Замечание в России будет. Леш, ворота наши опять внимательный захват, свою крутить человек, гордить. Вот так, хорошо. И прорывал борцы классы тут, начинает болевой. Серега, торопись, ножки там нужно правую пробить. Серега, сделай, сделай. Не считай, да. Пустая, ну, откуда я знаю, я не могу посмотреть. Ну, там, дайте. Пап, не знаешь, что? Ну, вот, смотрите, по треку, то есть записывайте сюда, сюда сохраняйте. Сюда она сохраняет, по идее, она здесь пустая. Знаете, тоже. Один был пальцем в нас. Ну, там, с расчетом, чтобы пальцем хватит. А что твой папа не спросил? Ну, вот сам не знаю. Посмотрите, здесь написано сейф сохранять, по идее, на эту сторону. Не, просто не знает, какая полная кассета, какая пустая. А у вас там кассета? Там камера серая. Ну, мы быстро на замене посмотрим.
просто дослушаю, если посмотришь, если не записано. Ну, сейчас лак пропустим, все хорошо. Он не будет бороться. Все три. Понял? А чего буду пчел?
Держи, потянул, да, до конца. Держи руку, держи. Давай. Давай. Вот так, работа. Давай, еще раз. Не надо руки брать. Здесь, руки в армию твою. Вынырвись оттуда. Держи руку. Тихо. 40 галлы, Сенч? Да. 40 галлы? Хорошо, хорошо. Время, останавливай. Руки вперед. Держи, захват. Вот, одну вниз ее руку. Там кафе. Я думаю, решил. Открой его, накрой. Руки прячь. Любая победа. Сам накатил, Джай. Яма, нем. Контролируй одну руку. Сделал грамм, отвечаю. Косой, нет, давай, заходи. Давай. До конца, хорошо. И выдержи наверх. Наверх, выдержи. Вот, работай. Влево, дай его сесть, да? Работай. А время чего не включаете? Контроль, догадайся! Хорошо. Держи. Да. Сейчас еще раз так же сделаем. Замечание борцов синей группы. Зовут и забил. Красный. Поправку, красный кон. Внимание представителей. Кому нужно отметить командировочное удостоверение, могут подойти к ковру. Иди сюда, 4 балла. Остановись, пожалуйста, пойди. Судьи, остановись, встречи. Подойди сюда, судьи. Они там все делают. Мы с тобой были. Ты был здесь. Все хорошо. Что тебе сейчас мешает? Правая рука. Как по-другому-то бросать? Акцент была. Балабарцы, здравствуйте. Не надо, спокойно. Справа тебе мешает. До конца. Иди сюда, 4. Два балла борцов красного. Делай. Хорошо, спокойно, сядь. Нормально, молодец. Все нормально. Справа налево. Не правша. Не горячись, пусть он тебя горячится. Справа, зря ты там пропускаешь. Активность борцов синей группы. Бал борцов красной группы. Хорош. Не торопись сразу. Да не горячись, куда ты бросишь. Он еще придет, еще бросит. Спокойно.
На мелечку, на мелечку. Всего вниз. Вниз, вниз. На пяточку. Живот, тяжело оттуда встать. Тяжело встать. Синий, не борется, ни одно движение. Руки контролируй, заходи. Смотри. Смотри. А, ну левую, да. Правильно. Правильно. Да ну за что? Замечание борцов красной куртки. Предупреждение. Борцов красной куртки, бал борцу синий. Синий вот туда встать. Движение, движение, сразу наказание. Он что-то, наверное, обиделся на нас, судья. Слишком. Столько так сделал, и предупреждение уже у красного. Если обиделся, скажи. Коза, вот так, молодец, 4. Бал борцов красной куртки. Залезь, 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 Саша, залезь, на руку, на руку. Ковер, Ваня, ковер. Сломает человек, а ты его наказываешь предупреждением. Он ему пополам сломает. Левую ногу берет. Осерчал, наверное, да? Ну, левую, да, выключай. Не надо, Саша. Смотри, сейчас опять тебя выкатит туда. Внимательней, Саня, внимательней. Замечание. 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 Вот на бокового посмотри. Что, не наказывает, а? Арбитр. Что, не наказывает, что пинает? 42 пинает, 9 пинает, что дальше? Замечание по соседнему бензу. Попросить нужно, извините, Саня, просто отверчал в одну ворот. А я что, я не оскорблял его. Я добро поведение, предупреждение. Что ли, все. Я ничего на него не говорю. Я его не оскорбляю, не обижаю, я к своему представителю обращаюсь. Просьба. Он пусть судит, я вообще к нему. А я на тебя не оскорбляю, ничего. Я к своему представителю обращаюсь. Сань, Сань, Сань. За грубые идеи предупреждения. А за что? Борцов красной куртки объявляется второе предупреждение за нетактичность представителя команды. Вообще ничего не говорили. Остановитесь, поедем. Мы просим, остановитесь, поедем. Попроси, остановись. Мало борцов красной куртки. У меня скольдум, ничего. Чего он будет так и будет здесь? Сань, 3 секунды, покрой. Все, покрой, покрой. Время встречи. Красный выиграл. Жаль, федерально. Вниз, вниз, вниз. Вниз, руку, вниз, вниз. Забежать сразу, если взял захват, бежать нужно. Хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, молодец. Хорошо. Смотри, я бой. Смотри. Лучше закрыть. Хорошо, вот сейчас разумно. Вверх, 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 вверх! Отлично!
Здорово, здорово, Володя. Вот это не нужно кормить, Третью на России. Какая? Одна так сзади ноги прям хорошая. Надо было бросить отсюда. Поднять или нет? Повсем, что? Опять так. Замечание по всей группе по серому этапу. Володь, это ничего не значит. Так же продолжай бороться. Он сам придет. Не давай его боком уходить. Один. Его косой не давай боком не уходить. Что ты начинаешь брать? Все так же. Разумно, тихо ему. Вот это замечание, но ничего не делает. Ну и сдерни, беги влево. Хорошо, молодец. Право. Еще влево нужно было пронёсывать сюда руками. Не торопись, спокойней. Спрячь её туда, под эту. Во. Ну если взял, влево смещайся. Так, контроль руки. Хотел. И готовь атаку. И влево. Далеко. Поближе надо. Хорошо. Вот это уже третья атака. Пошел. Привязывай руку, привязывай. Замечание, друзья, добрый вам. Здесь не ходили? А? Здесь не ходили? Нет, я все ушла. Сейчас собрались. Если так посмотреть, на Игоря похоже, а? Работай. Вверх! Молодец! Предупреждение по синей куртке, один балл по отцу красной куртки. Ты его, вот. Рваную, дерганную борьбу. Швунги. Ну, свой бок не надо заходить, не приближайся ногой, чтобы он не приближался. Все, хорошо. Так близко подошел. Алло, не давай ему тем ногой подходить, левой. Сам, встречай. Встречай! О, первый момент, сейчас отставим предупреждение, чтобы не давать море. Но все равно даже. Предупреждение. Суни, там один балл, зажгите. Во, вот это надо, вот это. Хорошо, сюда, иди сюда. Партер. Молодец, Вовка, молодец. Здорово. Один балл красному поставьте. Вот, захват. Вниз не прыгай, захват. Захват, Володя, косой захват. Пошел, все, давай, Бог, работай. Вот так. Давай, хорошо, давай. Умничка. Еще одну атаку. Хорошо, молодец. Как ты борец. Собранный, Володя, собранный. Захват, держать. Он так и будет беситься, борьба уже не будет. Нет. Держать. Пошел, Вовка. Садись. На ковер. Красный выиграл. Да,
После этой встречи на ковре смена бригады судей. Забирай, забирай, забирай! Хорошо, хорошо. Левой рукой атакует ногу. Развернись! Справа, справа, справа на левую будет. Берет справа, атакует левую руку. Серег, надо свой захват. Это не твой. Чтобы пока сейчас перенос, поэтому... Активность! Обшагивание! Обшагивание! Активность! Садись, Серег, садись! Садись, садись, садись! Колено, колено, встать! Чуть-чуть ногу правую дальше под него! Пойдет, пойдет, пойдет! Сережа, правую ногу дальше под него! Колено, а ты же голову хочешь делать? Еще! Да. Еще, здесь, еще, Серенький, еще. Нет, левая нога не работает. Теперь сядь спокойно. Держать ногами. Капка, отжимай здесь. Ногами голову отжимай. Слышал? Сюда, 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 сюда. Прошу. Что сказали? Левая нога болтается у тебя. Вот так, да, работай. Под голову ее. 40. Головой под него, под него. Попробуй там. Помучайся и встану. Стой. Серенький. Серенький. И свой захват еще ни разу не взял. Ручки вперед. Ручки вперед. Замечательно, борцы все. На сегодня. Я думаю, они одинаковые, а он левый. Они одинаковые, они борются, забирают оба правую руку. Аккуратней! Василий! Не отдавать! Он все время на коленке ходил. Значит, я тоже уходил на коленке. И в ноги красные. Ногами держи! Ногами держи, там не сбрасывай. Левую ногу не сбрасывай. Держи ногами, держи, держи ногами. Не сбрасывай ногу. Руку держи, ногами сбрасывай. Держи там ногами. Серый, ногой держи, держи, держи. 20. К нему. Серега. Серый, Серый. Серега. Можно забить? Серега. Василий. Стряхнись. И свой захват. Василий. Василий. Вот и забегай. Руку протащи. Под себя руку. Протащи, протащи, продергай его, продергай. Все, ты берешь захват. Еще, еще, к себе. Продергай. Хорошо, молодец. Идет. Замечание борцов в красной куртке. Предупреждение борцы и куртки. Бал борцов красной куртки. Серег, еще бороться, бороться. Это не держи за это. Надо бросить. Надо Делись. Бросить. Свой захват, Серег. Будет даст. Серег, все. 3 минуты осталось. Осталось минута, они по-другому. Нет, 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 нет. Вот отсюда, отсюда. Серега, пожестче, пожестче. Мы на том боролись. Подберешь, подберешь. Ты все правильно задумал. Подбери. Пойдет, Серега. Сюда его. Садись, садись. Садись. Хорошо, хорошо. Молодец. Серый. Все, подбирай, ёлка, подбирай, не давай за отворот сейчас. Руки! Все, все ты правильно, Бог, только я тебя прошу, косой возьмешь, не давай его. Серёга, смотри, сейчас мы что-то. Вот, а я ничего не делаю.